Всем привет, ребята, с вами Черими ТВ. Мы находимся... Угадайте где. Ни за что не угадаете. Это популярная игра Brawl Stars. Да, ребята, сегодня мы с Черимисом. Я ему буду диктовать, может, я смогу с ним поиграть. Ну, не знаю. Да, я просто сижу рядом с ним, и мы записываем ролик. Продолжай, Черемис. Так, сегодня я играю за Эль Примо. Это такой тяжеловес. Что нам выбрать? Захват кристаллов или, может быть, столкновение? Да, столкновение. Одиночное или парное? Одиночное. Я, может, присоединюсь. Окей. Ой, нет. Так, одиночное. Играть. Чем больше бойцов, тем проще собирать трофеи и получать награды. Простите, у меня тут немножко нос заложен. Еще, кстати, я хочу предупредить вас, что что в воскресенье на этой неделе будет стрим. В честь 15 подписчиков, которые у меня уже давно были. У меня теперь уже 17 подписчиков. Ну, я думаю, что стрим в честь 15 подписчиков не помешает. О, тут Поко уже какой-то ходит. Получи, получи. О, чего? Так, у меня немножко плохой Wi-Fi. Ладно, седьмой ранг неплохо. В магазине ничего нет. Так. Теперь идем в парное озеро мертвецов. Все команды друг против друга. Я играю с Месси, который пока что просто стоит на месте. Бачу-бач, бачу-бач. Так, у него тоже повышается уровень. Так, у меня уже 3 кристалла силы. И пока что я хочу натираниться на какого-нибудь другого игрока. Так, Месси вон бегает там. Пусть бегает. Так, вон уже там кто-то. Опа! Да как ты смеешь? Так, тут уже кто-то восстанавливает свои жизни. Ну а я пойду к нему и затираню его. У меня уже кристалликов. Так, вот Месси мой прячется. Вон Фокси какой-то бегает. Оба! Так, вон последний игрок. Добиваем его. Есть! Мы выиграли! Да, молодцы. Your time.
Так, уже набили на один кейс. Монеты, очки силы Литы. И очки силы Эль Приму. И кристаллы. Сейчас мы пойдем на захват кристаллов в каменном форте. Там нужно играть втроем против троих игроков. Ну, конечно, мне повезло, что я заранее из кейса выбил Эль Приму. Ну, я, может, присоединюсь. Давай, тираним его. За хп следи. У него 5800 хп, так что должно быть нормально. Да-да-да. О, боже. Опа! И прям в канализацию. О, ну, прикольно. Да в смысле? Меня все время убивают. Что? Нет, я не дам тебе. Блин, я думаю, мне тюрьме сейчас даст попробовать, я выиграл там всех. Победил. Да в смысле? Зачем они? Не нервничай, ты сейчас победишь. Зайди куда-нибудь в кустике, если кто-то к тебе пойдет, подойдет. Блин, я думал, это чужой. Да в смысле? Ты можешь использовать способность. Мог бы. Давай. Бой окончен. В смысле, проиграл? Да я вас сейчас всем задам! Эль Приму на Элджей похож, у него такие же глаза. Элджей. А я, может, сейчас присоединюсь, затащусь. Так ты пока отвлекай его, я его замочу. Так, окей, нужно восстановить жизни. Вот тут. Все, я восстановился. Так, у меня тут немножко плохо ловит Wi-Fi. Но даже несмотря на лаги, вы побеждаете. В кавычках. Да. Может выиграть сейчас. Да мы выигрываем. Спрячься в кусты, если кто-то подойдет, как его начинаете ранить. Это мой тебе совет. Давай. А ты в курсе, что сверхспособность используют не так? Давай, победи! Есть, вы победили! Да это потому, что у одного из моих союзников было 11. А, нет, я... Ты самый первый, я звездный игрок. Оу, щет, Сколько Ула-ла, чми-тра-ля-ля. Ты батя в здании. Давай пожмем друг другу руки. Ты молодец. О, тут у нас есть Поку даже. Так, у меня плохо интернет. Там уже в кустах был игрок. Там сказали Пападос? А может там сказали Кукандос? Нет. О, вон там ваш купа. Пападос!
Кстати, ребят, я видео лайки выложил. Я, короче, 11 минут назад. У меня 26 просмотров и уже 2 лайка. Лайкнули. Вообще прикольно. Так, ну что такое? Ну почему мне так не везет? Нет, мы проиграли. Главное не победа, а главная часть. Но только не в этой игре. Почему же? Кстати, ребят, недавно был Новый год. Ну как недавно, уже февраль. 7 февраля мы это снимаем. Как вы отпраздновали Новый год, пишите в комментах. Я отпраздновал отлично, от звезд. Я тоже прям отличненько. Так, вон уже чувак с ракетницей ходит. Тут это что ли китаец? Нет, это не китаец, такой игрок. Чего английский? Может, ну вообще да. Вот он сидит. Так, муравьи. Я его убил. О, красный медведь. Так, меня атакуют сразу 2 игрока. Предлагаю сделать вот так. И ты победил. Ой, мина! Мина! Собирал мои очки. Так, тут китайцы уже за нас убивают. Опа! Мы выиграли. Четвертый ранг есть. Можно открыть один кейс. О, 15 монет. Очки силы. Сколько? Очки силы. 3. Кристаллы. Собой 3. Нет, у тебя уже 6. Новый рубеж. События дня. Боец Булл. Джесси. Чего тебе Эль Приму нравится? Можешь кого-нибудь другого выбрать? А, тут можно вон кого-нибудь добавить. Сыграем. Почему все будет закрыто? Ну, давай, захват кристаллов сыграем. И на этом уже будем заканчивать. Последний бой. Судите по этому последнему бою, нуб я или про? Потому что сейчас я отправляюсь на ПВП, и меня сразу же убили. Несмотря на это, я отправляюсь на центр.
победил пацана, отключился Wi-Fi, победил еще одного пацана, все еще продолжает отключка Wi-Fi. У нас 9 кристаллов, у них один. И удастся ли им нас догнать? 100% нет, потому что я сейчас убью пацана, и меня убьют. Ладно, мы выиграли! Я такой в воздухе завис. Ура! Кому понравилась наша игра, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписались. С вами были Черемис, Аккаунт Бэй, Кахмина, Лино, Элопопа какой-то, Лоли и Иван Ван. Да, всем пока. Пока, спасибо за просмотр.